всем, дорогие мои зрители! Сегодня снимаю видео вечерком. Мой муж уехал в Рим, я осталась одна. Решила зажечь свечку, сделать романтическую атмосферу. Я иногда люблю побыть одной в доме, особенно вечером. И решила снять видео для моей подписчицы, и не только для моей подписчицы, также и для вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. При вот такой романтической, я так считаю, атмосфере я буду снимать видео про аромат Pour Poison от марки Christian Dior. У меня две версии этого аромата. Вот эта версия старая, вот эта версия новая. Чем отличается старая версия и чем отличается новая версия? Отличается коробочкой. Давайте сначала посмотрим. Видите, здесь надпись, по бокам нету. Это старая версия. Надпись аромата Pour Poison и бренда Dior здесь только выбита. Здесь не выбита, здесь сзади тоже не выбита и здесь тоже не выбита. В общем, вы поняли. Значит так, отличается этот аромат даже флакончиками. Если вы посмотрите внимательно, то эта старая версия имеет немножко желтоватую жидкость. Новая версия имеет прозрачную белую жидкость. Белую, прозрачную. А старая версия имеет желтый оттенок. Флакончик практически зеркальный, полузеркальный, ну, в общем, как-то вот так. И белый колпачок, здесь пурпурный колпачок, здесь он такой какой-то розовенький флакончик, розово-матовый, я бы так сказала. Вот вы понимаете, что разница есть даже... Если мы посмотрим на эти флакончики, открою, ставлю здесь, чтобы было понятно, и открою этот колпачок. Здесь черный распылитель, здесь золотой распылитель, то есть золотого цвета. И отличается этот аромат даже содержимым. Этот аромат более легкий, этот аромат густой, насыщенный и, я бы даже сказала, немножко другой. Если бы вслепую делать за тест, я бы сказала, что вот этих два аромата, они разные от разных брендов. Но, конечно же, могла бы сказать, что они чем-то похожи, потому что они действительно чем-то похожи, но реально они разные. Они разные в базе. Этот аромат играющий, любит играть, переливается. А вот этот аромат, я бы сказала, монотонный. Наношу я, значит, вот этот аромат на мою кожу. Я сейчас его нанесу. И вы посмотрите на распылитель внимательно, к
Хочу сказать, что вы должны знать, как выглядит коробочка, как выглядит флакончик, как выглядит распылитель. Это не имеет никакого значения. Да, конечно, в старой версии вот так выглядит флакончик, как вы видите, но вы должны знать, как благоухает на самом-то деле сам аромат. Если вы его раньше, приблизительно в 2005 году, слышали, в 2006 году, если вы его слышали, то вы знаете, о чем идет речь, потому что только так вы можете понять, что это старая версия и оригинальная версия. Давайте нанесем. Видите, как он распыляет? Такое ощущение, что это поддельный флакон. Ну, вот так как-то вот оно кажется. В общем, он сразу кажется таким одеколонистым. Ой, какой он красивый. В нем есть все. Есть изюминка, есть шлейф. Я помню, как мои подружки были пропитаны как мочалка в этом аромате, потому что очень сильно любили носить этот аромат мои подружки. Носили я. Балдела, извините за такое выражение, когда шла сзади за ними, потому что такой шлейф красивый исходил от них, что словами вам передать не могу. Одежда у них была пропитана, сумка была пропитана, волосы были пропитаны, все было пропитано вот этим старым пурпуризоном. Новый аромат такого вам не преподнесет. У него глуховатый шлейф, он намного легче. Можно так сказать, что это туалетная вода, да? Но на самом-то деле это парфюмированная вода. Он более жасминовый, вот этот, а вот этот нет. Этот в базе мне раскрывается старыми игрушками, елочными игрушками. Когда-то в бывшем Советском Союзе были игрушки, елочные игрушки, которые разбивались. Вот мне напоминают в базе. Вот я слышу эти разбитые игрушки в базе. И вот какая-то вот такая вот странная ассоциация у меня с этим ароматом. Если мы возьмем бумагу, разобьем игрушку, разобьем на очень-очень мелкие, крохотные кристаллики, нанесем клей на белую бумагу, посыпем этими разбитыми игрушками и сделаем корону для принцессы, скажем так, как когда-то, я помню, делали короны, делали разные маски на новогодние елки в школе. Ну, как-то вот так. Вот я сейчас сижу и слушаю, и когда закончу снимать это видео, пойду с удовольствием в кровать спать и буду наслаждаться от руки вот этим ароматом. Даже не от руки, я его на себя нанесу и буду засыпать приятно. Люблю наносить этот аромат перед сном на чисто вымытые волосы. И люблю наносить на мое тело этот аромат, как только поменяю постельное белье. Потому что утром, когда я проснусь, я буду улавливать еще вот эту красоту. И могу сказать, что мне этот аромат с утра поднимет настроение, это точно. В общем, аромат очень красивый, и я вам рекомендую, если вы хотите услышать настоящий пурпуризон, покупайте старую версию, ищите только старую версию, не покупайте вот эту версию. Если вы не знакомы, никогда не были знакомы со старой версией, да, этот аромат неплох, и стойкость у него тоже неплохая,
В принципе, но он более монотонный. А вот этот мне более цветочный, более. Здесь слышится вначале однозначно белые красивые цветы. И база совершенно другая, он переливается, этот нет. Так что, дорогие, что ж вам еще сказать? Нечего больше сказать, потому что, ну что еще можно говорить так долго про один и тот аромат? Он настолько красив, что я просто восхищаюсь. У меня одно слово, восхищаюсь я вот этим ароматом. Сейчас возьму, закрою, так что обратите внимание на старую версию и не пожалейте денег, если где-то найдете на этот аромат, именно на этот аромат. И вообще с ним стоит познакомиться, кто любит белые цветы и кто хочет услышать настоящий яд белых цветов, это для вас аромат. И на этом я буду заканчивать мое видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Еще несколько слов хочу сказать про этот аромат. Новый аромат Poison Girl от марки Christian Dior, который вышел недавно. В общем, средняя стойкость в этом аромате. Аромат практически монотонный. Только я его нанесу на мою руку, я слышу конфеты пралине, потом они куда-то исчезают и в базе опять появляются. Да, если вы будете ходить и двигать вашу руку, то вы будете чувствовать, что в этом аромате есть шлейф. Он шлейфовый, да, он шлейфовый, я это подтверждаю, но стойкость у него нормальная такая. Среднее, все. Куплю ли я этот аромат? Я думаю, что я его куплю, скорее всего, для дочки, потому что ей нравятся гурманные, сладкие ароматы. Реклама мне совершенно не нравится вот этого аромата. Мне кажется, реклама вообще не подходит, не соответствует этому аромату. Но это мое личное мнение, вы можете с ним не соглашаться. И для девочек, даже для меня, почему бы и нет? Он гурманный аромат. Я тоже люблю сладости, люблю сладкие кофейные, шоколадные ароматы, поэтому его можно купить. Тем более в коллекцию можно купить. Ну, чтоб я восхитилась, прям создали что-то такое необыкновенное, что-то такое. Ах, нет. Это уже было. Вот и все. И на этом я вам скажу пока-пока, дорогие мои. Я вас всех целую. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Пока.